Мурат, мне срочно нужно восполнить потраченные калории. Сынок, от этого спорта я только толстею. Проголодался, как волк. Останешься на ужин? Что приготовить? В следующий раз, пап. Мне пора домой, придется поработать. Завтра встреча. Так что прощаемся. Не уходи, сынок. Пусть дела подождут. Не проводи так всю жизнь. Вот как? У Ниджатбея бизнес никогда не ждет. Ты так учил? Да, но человек меняет взгляды с возрастом. Потому люди уходят на пенсию. Да, вот так. Я собирался позвонить Кемалю. Если хочешь, можешь поговорить с ним, пока ты тут. Поделишься впечатлениями. Лучше не делиться, поверь. Врать я не люблю, ты же знаешь. Все не так плохо. Она только начала. И резюме у нее хорошее. Но особых надежд я не питаю, если учитывать, как прошел первый день. Все, извини, я пойду. Ладно, пока. Но не забудь. Ты обещал, что мы поужинаем. Я знаю, что ты работаешь больше, чем твой учитель Мурат. Я горжусь тобой. Не забывай. Гордость моя, доченька, ты не представляешь, как я рад быть твоим отцом. Пап, я... Нет, нет. Я так счастлив. Я просто на седьмом небе. Дочка нашла работу. Слушай, я не... Работа нравится? Мода. Это ведь интересно. Папа, нам нужно поговорить. Смотри-ка, кто тут у нас? Ниджат звонит. Ниджат, как дела? Ну и хорошо, отлично. Мы с Суной как раз говорили о тебе. Представляешь, только что. Это хорошо, хорошо. Такое облегчение. Так, нет, я все устрою, пока я тут. До встречи. Береги себя, хорошо? Пока, дорогой, пока. Ты расстроился? Наоборот, я рад. Ниджат сказал, что ты ему очень понравилась. Ниджату? Я? Он сказал, что ты очень умная и воспитанная. И ему понравилось с тобой общаться. Общаться понравилось? Ну, вы же общались утром. Я отойду на полчаса, у меня дела. Не надо проявлять инициативу, пока меня нет. Отвечай на звонки, но ничего не обещай. Муратбей ждет тебя в своем кабинете. Я пошла. Помоги мне, Аллах. Я быстро. Выясню, что происходит, и вернусь. Что могло случиться? Может, твой отец ошибся? Я ведь ушла, ни с кем не встретившись. С кем же тогда говорил Ниджат? Да, это загадка, непонятно. Я разгадаю эту загадку и вернусь. Проходите. Возьмите. Что это? Не знаю. Похоже на ключ. Это понятно. Я имею в виду, что мне с ним делать. Он наверняка открывает какую-то дверь. Thank you.
Тесадив леде инама. Пинем пибильдим я. Чок билан леде инама. Это ключ от архива. Вот откуда. Он останется у меня? Нет, это вы останетесь там. Сначала я по лестницам бегала, теперь это? Странно, что для вас работа — это наказание. Вам бы к психологу. Я ищу Суну Пикташ. Она пошла в кабинет к Муратбею. Если хотите, можете подождать здесь. Ладно, спасибо. Наведете там порядок. Кто я? Вам еще и Клору нужно. Там эскизы и документы за 20 лет. Отсканируйте их. По одному? Ну, попробуйте по 10. Чем я вам насолила? Отец сказал делать со мной все, что хотите. Ваш отец тут ни при чем. Значит, вы всегда такой. Не знаю, что вы имеете в виду, но в работе я профессионал. Если вы помощница, то должны быть в курсе дел компании. И повторю, не спрашивайте, делайте. Хорошо. Не спрашивайте, делайте. Вы ничего не можете. Он просто бесчеловечный. И что мне делать? Я только страдаю. Он дьявол, а не босс. Чем я заслужила такого монстра? За что мне это все? Не понимаю. Суна сразу почувствовала, вот и сбежала. Здравствуйте. Я ищу Суна Пикташ. Суна Пикташ, это я. Love time.